Чир всем, с вами Яна Доронина, и вы на моем канале. И сегодня мы приехали на Оковецкий источник и будем окунаться. Но я хотя не знаю, смогу я или нет, потому что вода будет 4 градуса. Я к такому не привыкла, но пойдем пробовать. Но заодно я решила и походить по камушкам. А это отлично, профилактика плоскостопия. Вода очень холодная. Вот и чашки можно попить, но я не буду. Такая водичка поможет взбодриться. Давай по камушку. Надо выложить камушку. Я попробую. Тут попробую. Да, а мне получится. Так, сейчас. Нет, я не смогу, я не смогу. О, ноги. Дубок. Ух, хороша водица наша. Сейчас буду еще раз пробовать. Хотя бы немножечко ноги отпустить. Ступенька номер один, ступенька номер два, ступенька номер один. Еще раз. Фух, я смогу. Ступенька номер один, ступенька номер два, ступенька номер три, ступенька номер два, ступенька номер один. Все. Я не могу. Ноги мои. Ой, ноги. Я сейчас упаду на них. Thank you.
сейчас попробуем сесть. Аккуратненько, мне тепло. Мне тепло. Я села. Теперь ложимся. Мне тепло, мне очень тепло. Мне очень тепло. Мне очень тепло. Ну примерно так. Теперь холодно. Как это? Холодная и теплая река, да? Вода. А у нас начался дождик. Достаем окрошку. Вот, много. Достаем напитки. Хлебушек достаем. Вот такой вот хлебушек. Вот такой вот хлебушек. Помидоры, огурцы, много фруктов, колбаса, печенье, мясо. И много чего еще другого. И это все на четверых. Итак, я решила. Мама с папой будут окрошку, а мы с братом будем булки. С мясом, гришей. Хороший выбор. Это был крутой денек, а я поехала домой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать о моих новых видео. Всем пока-пока!